Всем привет! Сегодня у нас вот такая вот большая посылка. Я не помню, что в ней, поэтому давайте будем открывать и удивляться. Вот, аккуратненько открываем. Ага, похоже на какой-нибудь рюкзак. Мне их идет несколько. Еще, наверное, штуки 3 идет рюкзака. Разные. Там родственники заказывали, я себе заказывал. Снабдил себя рюкзаками полностью. Точно, это рюкзак Xiaomi. Xiaomi-шный. Правильно, правильно, Xiaomi-шный. Еще идет рюкзак от Meizu. Давайте перенастроим немножко вид. Вот такой вот рюкзак, и я от него прям тащусь, уже несколько дней им пользуюсь, Xiaomi-шный. Вот, он такого классного качества, ну просто бомба. И не промокает. Сегодня попал под дождь с ним, оставил, просто поставил его на диване, и буквально через несколько времени, ну там через полчаса, он был абсолютно сухим. Вот, не знаю, куда влага исчезла, но ни сверху, ни снутри, как бы везде он полностью сухой. В общем, тащусь я. И сейчас вот приехал второй рюкзак, который я заказывал. Не, уже третий рюкзак, который я заказывал. Вот, первый у нас квадратный для ноутбука, а это второй. Вот, так он выглядит. Ну, это уже походный больше, наверное. Ручка вот эта вот резиновая. Вот. Xiaomi. Внутри, как всегда, такой интересный цвет. Да, вот это вот уже классная сумка. То есть не только для ноутбука. Допустим, предыдущий, который я заказывал, где-то с видео сверху закреплю видео. Вот, он больше для того, чтобы таскать там ноутбук, блокнот, еще что-нибудь такое более рабочее. А этот здесь с большим внутренним делением. То есть с этим можно поехать в командировку, в отпуск, напихать сюда вещей. То есть вот это вот такой вот рюкзак мне и нужен был для того, чтобы если куда понадобилось, можно было куда-нибудь поехать. Вот, внутри у нас отделение одно такое большое. Вот, и больше вроде ничего. Вот это вот что у нас такое? Это просто укрепление, да, то есть два больших отсека. Ну, просто офигенно. Вот, сбоку у нас есть еще для воды карманчик. Со второй стороны тоже для воды карманчик. Все молнии стандартная, мишная такая красивая застежечка, ну собачка. И давайте попробуем вот этот карманчик открыть, посмотреть, что у нас здесь. Кстати, он такой с жесткой такой вставочкой, для того, чтобы не гнуться. Ну вот, до самого низа проходит. Вот, отлично, отличный рюкзак. Задние ручки. Классяк. И спинка тоже бомба, такая плотная. Класс. Ну давайте померяем. Итак, вот так это выглядит на спине. Отлично сидит. Вот. Там, наверное, надо вот так сделать. Вот. Ну, бомба вообще. Мне очень нравится. Хороший рюкзак. Походный. То есть можно туда вещей много наложить. В принципе, мне, допустим, на море, если на неделю ехать, то хватит его вполне, чтобы сюда вложить все свои вещи, которые мне понадобятся. Да, то и на 2 недели. Вот. Рюкзак просто отличный. Мне все в нем нравится. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь. И до новых встреч. Ну, естественно, удачных покупок. Всем привет! Сегодня у нас вот такая вот посылка, и это, скорее всего, последний рюкзак, который я заказывал. Это Meizu, рюкзак Meizu компании. Такая большая посылка, ну, я думаю, что это он, предполагаю. Вот, чтобы не порвать. Да, это он. Он оказался довольно-таки большим. Я думал, он будет небольшим, такой как Xiaomi рюкзак. А он реально громадный. Ого! Ничего себе! Вот это да! Давайте. Это целый чемоданище.
Понятно, почему он так долго дорого стоит. Вот такое у него здесь снизу вставка кожаная. Он сделан с виду, как будто вот здесь какой-то шершавый материал. Я такого материала еще не встречал. Но это ткань, по-моему. Вот, сзади есть карман. Плотный. Качество очень такое добротное и такое, ну, серьезная вещь. Ручки тоже с сеточкой знакомой нам. Вот, давайте закроем. Здоровенный, конечно, он. Уже мусор какой-то. Вот, здесь у нас надпись. Low for perfection. Low for perfection надпись. Вот, открывается он вот здесь. Ручка мягенькая. Ну, такого вот, такой это беспредел, конечно, делать вот эту ручку такую мягенькую. Здесь хотя бы добавить что-нибудь, потому что такой материал, что он, если что-то тяжелое положить в ручку, взяться за него, будет врезаться как бы в руку. Но, по сути, мы ж, нам же никто не мешает за эти ручки его взять, рюкзак перехватить и нести его за эти. Ну, ладно. Вот, тканевые собачки. Ну, открывается всего до половины. Ну, что у нас здесь внутри? А внутри у нас вот такая вот здоровенная подушка для того, чтобы он ехал и не помялся. Здесь у нас какая-то кошелек, да? То есть отсек для кошелька. Видно? Вот, небольшой. Кстати, ну, сюда кошелек сам на самом деле не влезет, потому что вот, давайте я попробую. Перевернул, вот мой кошелек, то есть сразу вот так, ну так вроде и влезает, но как бы его, и это не самый, блин, большой кошелек, ну с трудом поместился, то есть опять же, если куда-то едете в походе, сюда можно спрятать там денежку, еще что-нибудь, но кошелек, ну неудобно будет доставать. Плюс это наружный карман, а я думаю, что учитывая того, что хранение кошелька должно быть возле спинки, потому что она ближе к твоему телу будет, то есть если ты несешь рюкзак, и меньше шансов, что у тебя разрежут и украдут. А здесь получается воры, которые знают этот рюкзак, они знают, где можно разрезать для того, чтобы вытянуть кошелек, то есть это им будет легко. Ну, у меня просто один раз пытались вытянуть кошелек на рынке. Вот, поэтому я эти моменты как бы знаю. И стараюсь кошелек не ложить в сумке. Вот, здесь у нас внутри, я не знаю, как лучше снять. Давайте поменяем позицию. Немного увеличил. Вот здесь у нас получается такой большой отсек. То есть можно спокойно брать его в командировке. Вот, но он, конечно, по внутренности он меньше, чем Xiaomi-шный рюкзак, который мы недавно рассматривали. Вот здесь у нас идет такие две сетки. Вот, кошелек туда поместится. Да, поместится кошелек, туда можно блокнотик положить, еще что-нибудь. Вот, далее у нас такой отсек. И здесь у нас верхний карман лэптоп написано, нижний карман iPad. Вот, сюда мы помещаем iPad. И сюда лэптоп, то есть ноутбук, не знаю, сейчас проверим. Ноутбук 15,6 дюймов, оп, заходит сюда уверенно, легко. Давайте закроем. Все, закрыли, все, ноутбук поместился легко очень. То есть помимо того, что сюда помещается ноутбук, планшет, сделана вот эта вот штука, перегородки, они сделаны плотные и мягкие, для того, чтобы вот так вот, чтобы видно было, вот эти вот перегородки сделаны плотные и мягкие, для того, чтобы не разбить экран, допустим, и не раздавить ничего. Вот, ну, молодцы, продуманно сделали. Ну и как это будет выглядеть на мне? Хороши.
хорошо сделано все. Мне очень нравится. Так выглядит. Прикольный, в общем, рюкзак. Вот, теперь у меня есть рюкзаки на любой вкус и цвет, потому что летом нужно было ехать в санаторий, и оказалось, что у меня нет никакой сумки, поэтому теперь у меня есть сумки на любой случай жизни. Вот, всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь, до новых встреч и удачных покупок. Не забывайте о том, что у нас в группе Telegram проводится конкурс, где разыгрываем $100, поэтому подписывайтесь, заходите в группу Telegram. Вот, всем удачи! Всем привет, очередной рюкзак, это хайк, там как-то так, давайте посмотрим на него. Вот такой вот рюкзак. Ханхлертер. Короче, в общем, давайте смотреть. Вот так выглядит. Ручки жесткие такие. Вот, кстати, сеточка. Помните, рассмотрели кубик Рубика? Я говорил про знакомую сеточку. Вот, сделана сумка из сеточки. Это такой же материал. Вот она, крупная. Ну, если вы смотрели как бы про кубик Рубика, я рассказывал о том, что этот материал, который сделана сумочка для кубика Рубика, рюкзаки делают из этого материала. Вот мы нашли рюкзак, в котором есть такой материал. Итак, смотрим дальше. То есть здесь вот такие вот защелки, которые можно подтянуть. То есть походный рюкзак такой, много функциональных всяких затяжек. Растяжек. Вот здесь карман. Вот этот. Вот здесь карман. Материал такой качественный. Сделано вроде все неплохо. И учитывая его стоимость, действительно очень хороший. Вот здесь стяжечки. Вот здесь для воды. Сеточка. И здесь сеточка для воды. Вот, давайте первый посмотрим. Такой первый отсек довольно-таки не маленький, большой. И второй такой громадняный отсек. Вот. О, все сделано интересно, качественно. Давайте застегнем и померяем его. Так он выглядит, то есть на пол спины. Давайте вот и одену. Здесь настраивается. Я не совсем уверен, что я правильно, наверное, правильно затянул. Вот так вот он выглядит. Вот так сбоку. Хороший рюкзак такой, походный. Можно смело рулить с ним в горы. Учитывая его стоимость, ну реально материалы очень качественные. И ну, мне очень нравится. Рюкзак хороший, мне очень понравился, ну, действительно классный. Все, ну, надеюсь, проживет долго, потому что с виду он очень классный. Вот здесь застежечка ж еще есть. В общем, полно всяких застежечек, ремешков, как у походных и положено, да, у походных рюкзаков. Вот, на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!